Сегодня Всероссийский детский центр посетили звездные гости Евгения Подвреевская, руководитель проекта «Территория КИД», и Валентина Ляпина, российская актриса театра и кино. Для представителей проекта «Территория КИД» была проведена экскурсия по центру профессии «Парк будущего», после чего юная актриса поработала в качестве вожатого на отряде в лагере «Артсмена». Сминовцы воодушевлены встречи с героиней таких фильмов, как «Дорогой папа», «Закрытая школа», «Воронины», «Судьба диверсанта» и многих других. Было довольно интересно смотреть, как она помогает нашим ребятам в каких-то движениях. Было очень интересно, на самом деле, весело. Ну, конечно же, я готова уже сказать, что Валентина веселая, она активная очень человек и добрая. Очень приятно видеть человека, особенно я смотрела «Закрытую школу», в которой она снималась. Валентина Ляпина также осталась под глубоким впечатлением от занятий с детьми. Сегодня юная актриса примерила на себя роль звездного вожатого. Девушка также подчеркнула и уникальность профориентационной работы центра. Мы поболтали с ребятами, я чуть позанималась с ними. Нормально, обычно. Для меня это круто. Да, аэробика. Все очень круто, мне тут все показали, рассказали, и я поняла, что это реально очень крутое место, где можно определиться по жизни. Ну, сейчас это большая проблема, многие подростки, они просто не понимают, что хотят, в каком вообще направлении, а тут это реально возможно все понять. В завершении продуктивного дня представители проекта «Территория КИД» презентовали сминовцам художественный фильм «Дорогой папа» и ответили на все вопросы участников программы.